На границе Северной и Южной Кореи состоялись переговоры представителей Вашингтона и Пхеньяна в преддверии встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая, возможно, все-таки состоится. О консультациях сначала сообщили в Госдепартаменте, а потом о подготовке саммита в Твиттере написал и сам Трамп. При этом хозяин Белого дома неожиданно отметил, что у Северной Кореи есть все возможности стать мощной экономической державой. Уследить за позицией Трампа становится все труднее. Несколько дней назад американский президент, напомню, заявил об отмене переговоров на высшем уровне, но затем, видимо, передумал. Возможно, встреча состоится в оговоренные сроки, то есть 12 июня. На этом фоне стало известно, что к лидерам США и КНДР в Сингапуре может присоединиться и президент Южной Кореи.